Здравствуйте, меня зовут Алексей Рылеев. Я работаю в городской клинической больнице. Дело в том, что почти год назад, это было 30 декабря прошлого года, мы приехали, наша смена приехала на срочный вызов, наша неотложка в это здание по Новослободской 58. Одной женщине было плохо. И когда мы оказали необходимую медицинскую помощь, все прошло отлично. Вот, случайно я зашел просто попросить воды в соседнюю аудиторию, где, как оказалось, проходили мастер-классы семьи Тарасовых. Значит, Галы и Дмитрия, художников, мастеров своего дела. И с тех пор я являюсь постоянным участникам вот этих вот мастер-классов, слушателям, что ли. Замечательный курс. Вспоминаешь давно забытые детские ощущения. Как врач, значит, могу сказать, что очень положительно воздействует на психику. То есть идет тактильный контакт, так необходимый нам каждодневно на самом деле. Но поскольку жизнь сейчас такая быстрая и скоротечная, то есть за вот этим вот быстрым-быстрым бегом работаем, и городские жители, мы забываем об этом. И очень редко как бы даем телу своему, своим рукам, коже, ту необходимую вот подпитку, что ли, контакт с внешним миром. Очень заряд позитивный. На рабочую неделю, а может и на весь год даже. Приходите, занимайтесь. Люди сюда приходят интересные, красивые, красивые внутренние, внешние особенно. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам в этом, в новом году, ну как собственно и в уходящем, здоровья, вот, любви и душевного. Спасибо Дмитрию и Галине, вот, и Виктории, их правой руке. Большое спасибо огромное.